Вы что, совсем охерели? Что это вы робите? Играете? С кем играете? А? С кем? Копаете? Знал, копаете? Ну, копайте, копайте, щенки собачьи, недоноски смердючие. Поковались? Теперь не сковаетесь. Под землей найдут и достанут. А ну, вылезай! Кому говорю? А ну, вылезай! Кому говорю? Отвигайте, привыкайте. Тупо пальцем подтирайте. Из насли побегаться. Я вам что, хрен голландский? Был голландский, стал германский. Ладно, погнали. Не слухаешь мапку, послухаешь палку. Поковались тут, попрадались. Свистоны, хлестоны, пионеры, всем примеры. Козлотой, корешовы, благоловы, хихикаете, вам палец покажи, вы рады? Будя, прошлитые часы, отвлекайте, привыкайте. Чего сидишь? А ну давай, арбайтан, вас развожу, мотор. Нету тут ни хрена. Все. Я свое дело стал в магазине? Мне это надо. У меня есть. Алло. Алло, Берлин. Yeah.
Батько, скажешь, коли он вернется. Гляни, а никого нету. Пожалей себя, сынок. Коли меня не жалко, их пощади. Сынок, Христом Богом. Сердце-то у тебя есть. Ну что вы, мама? Ну все же идут. А я что? На! Ты что вы? Заби! Сам-то ты заби, нас чем ждать. И их заби! Учи их! Забей!
Добрый день. Добрый. А точнее говоря, утро. Так. А пушка где? Где пушка? Ага, сейчас. А, сейчас. Во! А это кто такие? Близнецы? Двойнятки. Однобрюшники. Во! Светает. Так что? Рано. Коров погонят и начнем. Нам о, публика нужна. Анучка, сынок. О, мама. Уже теплее будет. У нас нагреется. Да вы не волнуйтесь. У нас надежно. Ага. Як у пионерлагеря. Молочка кисленького. Хлопчики. Гуд. Под бешеной коровки нема? Да. Как же я знала? Заверяю, у нас с этим строго. Только по праздникам. И на поминках. У нас порядок. Командир кадровый, военный. Косач! Косач, это косач. Близко не подходи, прогоните. Но и далеко не отходи, догонить. Бобок, помнишь? Какой бобок? Ну, бобок одноухий. Ну, который на посту заснул. Так косач его даже и будить не стал. Ну, ладно. Стал, не стал. Смешно. Тихо, тихо, тихо. Поспать любят бабы ваши. А ты чего стоишь? Садись. А нечего рассиживаться. Накроить посвету, после костей не соберешь. Я раз так посадил, теперь присесть я не могу. Представляешь, мать, осколок. Во, с кулак. Вот смеяться будешь. Вот сюда, в это самое место. Что же с коровами? Шмальнуть бы разок, ураз бы прочнулись. Божечки. Папы, пойдем! Все, пошли. Куда? За что вы его забираете? А ну, милый, удивь. Нет. Не давила бы, ходя! Куда вы его? Это не тихий, добрый, никому до ноги не заступит. Каждому день добрый скажет. Люди родные, ты кто моего сына камнем кине? Швайна! Ты что робишь? Ну, руки! Пойдем, братика, проводим. Пойдем. Держи птицу, лежать тихо. Сырок! Форвард! А ну-ка, отойди! Отойди, отойди! Гляди, старосты наш, Юстин, придурок! Ich verstehe nicht. Лёречка! Сынок! Сынок!
День добрый. Добрый день. Иди, мальчик, иди мимо. Ты пишь со скурой дерешь. Что ж ты робишь? Я живых. Здравствуйте. Пошли. День добрый. Привет. Стул со мной не займать! Покажи там гнили души! Не бывает в углу! Твоё рассказное! Ты заглохни там! Давай! Утрамбуйся! Ну ты! Ну ты лицом давай повернись, ну! Ну ты! А что это у тебя, лицо? Ну, это у товарища лицо. О, это костюм. А ну, костюм, ходи сюда. Даже так, ляж вот тут, вот. Вот так вот. Костюм, пока не снимай. Нет, там. Эй, корова! А ну, поплотнися. Мамка пришла. Кончай, переход. Не тяни ты резину. Спокойно, тихо. Одна пластинка засталась, я на всех. Тратьте разные, сдываю. Так. О, батя наш пришел. Подождите. Спокойно, тихо. Вот человек, в новом костюме пришел. Лег или жить? Махнем, не глядя. Живого снял. Сыть! А Мося, товарищ, там снова! Пароль.
Новичок. Ага. Фамилия? Гайшун, третий взвод. Почему не стрелял? Я узнал вас, товарищ командир. Раз не остановился, не назвал пароля, идет, бей. Так я ж... Не имеет значения. Наряд вне очереди. Спасибо. Где он? Кто? Что? Пароль! Куда он ушел? Ты не видел? Пароль! Пароль, тебе говорю! Идиот. Филин. Зараза. Иди спать, Семена. Опущенный близостью противника под угрозой фашистских бомб днем и ночью выполняет цель. Кроме того, нам под разгром отозвонил. 22 июня до нынешнего дня войны южан Кривлитов залетел на тот расстав. Участки, которые командование определило для нашего отряда. Но обстановка сложная и будет меняться. Поэтому и сам не зевай. У тебя в руках винтовка, а на плечах голова. Или, как говорит наш начальник штаба, прожить и не сказать. Эх! Это не по мне! Я говорил и говорю. Партизан не спрашивает, сколько их, фашистов. Он спрашивает, где они. А они пока здесь, на нашей земле. От каждого, от тебя каждого зависит. Сколько она еще протянется? Война. Трусом никому стать не дадим. Никому. Главное их оружие – страх. Превратить тебя в раба. В насекомое. И раздавить.
Заставим их самих рожать. Будем беспощадны. Они того заслужили. С каждого из нас спросят, что ты тут делал? Кто болен? Кто не может идти? Стесняться не следует. Все равно оставляем бойцов для организации запасного лагеря. Нема больных! Нема дурных! Вот тут у меня не... Что там у тебя? Вот и зусим поползли. Поменяйся с новеньким. Он останется. Отряд! А взводно в колонну по четыре за мной, шагом! Марш! Шиша! Десалей, хлопцы! Давай, давай, слыхал? Командир сказал, давай! Давай, ходи! Шиша! Так и зовут Флёра. Флориан, имя такое. А тебе? А я Роза. Роза из колхоза. Слыхал, может? Роза, а ты як сюда попала? Везли в Германию. Попала сюда. Спасли. Косач. Слухай, Роза, а чего это ты там выфронтилась, як на фест?
А? Где? Там. Ну сегодня переотстроим. Не, серьезно, я не зразумел, а? А, Роза? Меня зовут Глаша. Глафира. Понял? Дурак. Ты чего? А ты чего? Флёра. Чего ты здесь околачиваешься? Пожалели мальчика. Оставили. Косач пожалел. Мяне? Пожалел, пожалел. Як бы я кого не пожалел. Он может. Иногда. Только потом кричит во сне. Косач, кричит! Ему не жить. Я тебе говорю. Брешешь ты все. Врешь. Почему ты молчишь? Почему ты не видишь меня? Я же есть. Существую. Вот я. Это ты не живешь. Птиц не слышишь. Глухой. Слепой. Вот же я. Вот. Я любить хочу. Рожать. Слышишь? Я ради тебя все. Все могу. Хочешь, я взорву себя? Не надо. Дура. 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 Я, у меня 60 патронов, граната, винтовка самозарядная. Я воевать сюда пришел, а вы меня за придурка держите. Косач, косач, я не косач, ты что, чмурала? Ты что? Ты чего? Да чего ж ты, Флёра? Настоящий Флёра. Я тебя обидела, мальчик. Опять? Не злись. Опять? Что это? А, это бобры рвут. Можешь, ты их плотину зацепил. Что это сегодня все ревут? Гляди. О, летаю уже. Висит. Хочешь, забью? Отдай. Ты что, отдай?
дыры. Глаша! Глаша! Глаша!
Завтра маму зрадується. Як прийде, сховаю усіх. Знаю місце. Мені сестрички смішні. Знайдемо отряд, косача. Thank you.
не сейчас. Ушли. Это садись, садись. Остыл. Ешь. Мама сварила. Ешь. Знаю, где они. Пошли. Балда! Пошли. Я не тут. Близко. Thank you.
Алёха, бежи! Yeah.
Он тащит меня по лодке. Он глухой. Он ненормальный. Ненормальный. Глухой. Тащит меня по лодке. Yeah.
Припадок. Тягнути. Ага. Я вимовчав, що на той майні атакала. А що ви зробили з ним, як поймали? А у нас був панкрат. Дик мужики його голий жопить у муравейник. Ні, тим же самим місцем на сковороду, без маса, як прилип. Спросіться у баб, що і зімрот. Ну что, лепить? Давай, присобачивай. Хай послухай, что про его люди говорят. Мягкие у тебя волосы. Мягкие, как у дитяти. Теперь уся фигура на лицо. Ну як? Обмажь его дерьмом. А где же его взять при нашей бедности? Ну тогда вытягни ему язык. И бородавку. И учи дедушку кашлять. Я их уже штук 5 ставил. Ну як, хлопцы, усе? Все, готовы. Ну ладно, я на меня погорланить. Пошли. Гадина. Фу, гад. Вернем. Не бойся. Придем с операцией, вернем. Ну, отдай. А что вы с его хворого робите? Крепкий от мацак. Пошли с нами, хлопец. Волка ноги кормит. Знаю, я тут один складик недалеко. Вставай! Вставай! Сыночки, родненькие, не покиньте нас! Да мы что, алименщики? Так под вас тетки убегать! Мама, ну ладно, хлопцы, что вам принесли на этот раз? Заказывайте, як у столовки! Хлеба! Хлеба! Соли! Дяденька, молодец! Бульбы! Ребят, хлеба добудьте, а то выползите теплейше и назад! Разве ты знал, что так будет? Ты же не знал. Флёра, посмотри на меня. Скажи дяде, что мы его ждем. Нет, это я виновата. Я. Ах, якая я круглая и светлая! За километр вас обормоту вылупни, видать! Пошел уже какать! Давай, давай, скороходы!
Это вам не возный теток, Греца, донор мутор. Тащи меня, не носи, коли дурак. Сидел бы ты у своим Бобруйску, у Карасиновой лавки, а Глеб Васильевич на своем болоте у Ленинграде. А вот была еще история, как у нас у Слуцку один змыло самогон кугнал. Почему ты все ли? Ага, як у того Горбатого спитали, чому у тебя спина выгнутая, зато у меня груди вогнутые. Да, ты безнадежный оптимист, рубеж. И чить его надо. А что нам, плакать? Плакать и без нас, Йоскому. Она ему сказала, каб знала, не рожала. Заряжай, заряжай. И он у меня погорланит. Скорей, давай. Во, я уже трошки брухатая. Не щекотите меня, то ахну на всю Европу. Ну стой, гад. Не так страшно, черт, как его малютки. Пошли, пошли. Вот бы поглядеть, люблю кометь. Ладно, пошли. Эй!
Євреї. Штеляв. Вайтермаширен. Ну что, рискнем еще раз? Как говорит наш рубеж? Слухайте меня, и беда вас не мине. Пошли. А может быть, подождем до ночи, а? Там люди с голоду дохнут, а мы стоим тут. Ну давай, давай, не задерживай. Немцам ехать надо, ты задерживаешь. Ух, ё-моё. Ну давай, давай. Куда? Давно не бачились. Як же без мене? Я тільки політаю над вами, пришлю гостинчиком. А може мазати клетки прислати? З люльками. Давно не катались. Ложись! Хлопці. Ладно. Застегнись на дубі.
Это Каменка? Да что, хлопцы, это Баушонка. Тут же немцы. Два дня их стали. Хлеб не запертый? Нет. Сейчас выведешь нас. Разом с коровой. Понял, дядя? А. И не уздумай, Джо. Выведешь, можешь назад бежать. Все делать быстро. Весело. Сейчас, сейчас, сейчас. Раз надо, так надо. А, люблю сознательных. Флёра, не спишь? О, дверь у тебя скрипучая. Надо бы смазать. А. Что это, немцы? Собак не постреляли? И порядок. А, ну вот. И ты белый, и корова. Чем вас накрыть? Я возьму ухать. А, винтовочку? Не, это ты проделаешь с моим соседом. Вылупень. Его зовут. Запомнил? Вот тут навоз. Поваляйся. Так. Тебе який чин? Звание? Что вы, хлопчики? У нас не полиция. Самооборона, хай. А, ну теперь пошли. Только быстро. А то жонка твоя заскучает. Пошли. Не верти головой, попадешь. Генок, ложись. Теперь так. Поворачивай назад. Суруп на хаос. Ясно? И не гугу. Усё между нами. Ну тогда иди. Иди. Таки бегом. А то баба тебе заругает. Thank you.
Ну, пошел! Пошел! На! Эй! Эй! Что это? Что это вы делаете, товарищ? Все, некогда мне с тобой рассусоливать. Топор есть? Там корова, мясо там. Коня? Как же это? Хлопцы! Там дети! Люди с голоду дохнуть! А мы что, не люди? Люди воюют! А вы на пеше сидите! Ну и сиди! Гляди, что они сделали. Видал? Тихо, сынку. Тихо.
кожаный. Ремень и мундир чуды. Все, все чуды. Худки, быстро. Какая деревня? Переходы, якая переходы. О, у нас есть двое с такой фамилией. У нас вся улица на переходах, и ты будешь переход. Чуешь? Ага. У нас возле плотины так его утопился. Ты будешь замест его. Как его звали? У тебя есть мать, сестры, братья, семеро, ты что? Ага. Ольга, Катька, Федя и малая Сонька. Запомнил? Ага. Мать твою зовут Фёкла. Ты переход, Фёкла. А тебя зовут Женька. Запомнил? Понял? Утекаем. Где? Батька? Скажешь, пропал. Совсем пропал. Где пропал? Где? А, нет. Чёрт. Пойдём в мою хату. Скажешь, ты мой внук. Зовут тебя Митрепан. Зрозумел? Это родня моя, невестка, переход Аксиня, сестра прозыны с детьми. Ах, это? А это мой зять, что-то вот, Казик. А это сестрины дети, Лима, Рая, Зойка, Вика, Вероника и малый Борис. Мы тоже до людей. Это наши соседи. Марья с детьми. Люся, Прося, Феня, Ива.
Усе ясно. Знов будуть хапати у Германію. Кого хапати? Тебе, что ли? О, вам райне дикуле. Одно. Du guck mal auf dem Dachboden nach, ja? Sprechen Deutsch? Ich? Ja. Und du auch? Sprichst du auch Deutsch? Danke. Здоровье. Угощайтесь, подруга. Los, heim mit dir. Was ist denn hier? О, партизан. Geistiger Widerstand. Komm. Ja,
тот, кто отъезжает в Германию, должен с собой иметь зубная щетка, порошок, бутазина, мыло, полотенце на каждый член семьи. Прежде и овощи брать с собой запрещается по избежанию заражения Европы. Stelle ich nun den Tod fest, dessen Ursache tiefe Steckschüsse durch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kugeln im oberen Brustkorb sind. Und ich möchte hiermit betonen, dass alle diejenigen, die die Befehle der deutschen Wehrmacht nicht ausführen oder sonst nicht ignorieren, mit so einem tödlichen Ende rechnen müssen. Merkt euch das auch weiterhin. Приглашаємо чи як? Сигнал буде! Твою жишу мать! Ну! Добро пожаловати, сябри! Fuck it!
Тетей, заходи. Можно. Сюда, в окно. Дети оставить. Schnell bitte.
Yeah.
развод. Бабуля, ты нам еще нарожаешь? Рожать.
Спасибо. Команда. Это фюрер. Он давал приказ. Ich bin ein alter Mann und dazu noch krank. Он старый и больной человек. Es wird mein Wesen zuwider, jemanden zu beleidigen. Он никогда никого не обижал. Meine Familie, beispielsweise mein Vater, wir alle haben diese Prinzipien niemals verletzt. Его семья. Он, его отец, они всегда придерживались определенных принципов. Auch habe ich keine bösen Gefühle zu eurem Volk. Der Krieg allein daran ist schuld. Der verdammte Krieg. Он не питал плохих чувств к вашему народу. И... Was? Ich habe keine Menschen erschossen. Он? Nicht einmal einen ein Haar gekommen. Он никогда никого... Не убивал. Он даже мухи не обидел. Alle, die anwesend sind, können das bestätigen. Это могут подтвердить все присутствующие. Надеется он. Ich bin wirklich alt und krank. Ich sollte in den Ruhestand treten und für Kinder und Enkel Sorge tragen. Он действительно старый и больной человек. Мне пора бы на покой. Это он говорит. Ich bin mit Enkeln reichlich beschert worden. Mit solchen, wie diesen da. Он хочет заботиться о детях и внуках. У него много внуков. Таких, как вы. Jetzt aber ist Krieg. Und keiner ist daran schuld. Но теперь война. И никто не виноват. Сказал этот немец. Hund. So eine Sau. Deutsche. Du. Scheißkerl. Это я. Я вам сказал, без детей выходи. То без детей можно. Это фашист. Палач. У него сердца нет. Да, это я сказал. Без детей выходи, а детей оставим. Ты, Gesetz. Ich hab so gesagt, weil alles seinen Ursprung in Kindern hat. Я так сказал, потому что с детей начинается все. Ihr dürft nicht existieren. Вас не должно быть. Nicht jedes Volk hat das Recht auf Zukunft. Не все народы имеют право на будущее. Слушать. Всем слушать.
minderwertige Rassen sind es nämlich, den Bacillus des Kommunismus gebären. Низшие расы плодят заразу коммунизма. Ihr dürft nicht bestehen. Вас не должно быть. Und die Mission wird erfüllt. И миссия будет исполнена. Heute oder morgen. Сегодня или завтра. Heute oder morgen. Это не я. Это он сказал. Мы не немцы. Мы не немцы. Мы не немцы. Мы не немцы. Мы больше не будем. Простите нас. Мы не будем. Мы не немцы. Не немцы мы. Немцы, не немцы! Вы что? Забыли, что они сделали? Это людоеды! Их убить мало! Мы не немцы! Не немцы! Не немцы! Не немцы! Не немцы! А что ж ты, сволочь? Нас заставили! Они нас заставили! Мы не немцы! Не немцы мы! Не немцы! Смерть фашистским гадам! Смерть им! Смерть! Смерть! Ну так ты сейчас вместе со своими это и проделаешь. Дай сюда! Дай! Дай! Миша! Я свой! Я наш! Thank you.